Совсем скоро на Акаин состоится премьера сериала «Вернуть любой ценой». Сюжет картины развивается в 1980-х. Идет война в Афганистане. Не поступив в медицинский институт, молодая девушка Дина Каримова решает отправиться на стажировку в госпиталь, в самом сердце военных действий, чтобы в будущем поступить в вуз, столкнувшись с суровой реальностью. В жизни на войне она теряет самообладание и задумывается о том, чтобы бросить все и вернуться домой. По дороге из Кабула в госпиталь Дине приходится вытаскивать раненых с высоты, где идет бой. Капитан Герасим не дает подбить вертолет, на котором находится Дина с бойцами, а сам получает ранение. Дина ухаживает за раненым Герасимом, и у них завязываются романтические отношения, но начальник политотдела Рамзин, отвергнутая девушка, твердо решает помешать им, выслав офицера домой, а Дину на передовую. Главные роли в картине исполнили Сайора Сафари, Марина Александрова, Антон Бадырев, Алексей Кравченко, Агата Муценец, Артем Алексеев, Сергей Пускипалис и другие. Премьера сериала «Вернуть любой ценой» состоится уже 23 февраля. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.